Так, друзья, продолжаем, значит, проходить эту игру. Я вернулся. Давайте выйдем из этого места и пойдем, не знаю, попробуем, что ли, победить того суперсильного мужика. Пожалуйста, подождите. Все, нас прогрузили. О, помню эту музыку. Я не знаю, как мы с ним справимся, и когда мы с ним справимся. Так. Сколько у нас по здоровью? По здоровью все норм. Так, ладно, туда пока я не пойду. Я не могу, я вот все никак не могу понять, как нам взять. Там же надо как-то получить. Так, где он? Нет, тут его нет, точно. Я хочу попробовать достать. Вон там эта мельница. Надо достать сферы. Они открыты там? Или закрыты? Не, они закрыты. А, нет, это не получится. Надо как-то это открыть. А как это открыть? Я, если честно, понятия не имею. Серьезно, я что-то не могу понять, как открыть, как не могу вспомнить. Надо вроде бы там что-то. И двери все закрыты. Блин, серьезно. А, подождите-ка. Может быть, надо взять вот это вот. Где приспособленность? Может, надо взять вот это вот и сломать к чертовой бабушке. Не, ни хрена. Ни хрена не пашет. Может, надо на это прыгнуть. Блин, у меня. Я как в ступоре в каком-то. Я реально забыл. Ну, к тому еще точно пока рано. Так, кстати, а да, опять не то. По способностям у нас что? Так, сколько у нас? 14 000. 21. Я бы сейчас бы еще прокачал вот это вот, но мне не хватит. Давайте-ка я прокачаю, насколько хватит вообще. Чуть-чуть осталось. Надо забыл вот этой вот. Так, 20 000.
Что тебе прокачать? Давай я тебе прокачаю, знаешь что? Вот это вот. Прекрасно. Прокачано. Надо еще пополнить. Здесь пока все нормально с нашими показателями. Ясно, эти бьются вообще, эти грибы. Нифига не бьются. Так и там был. Куда ж тогда? Сейчас заберусь сюда наверх, может что-нибудь найду. Ну, тут что-то ничего нет. Надо как-то достать эти самые сферы. Но чтобы достать сферы, надо открыть замок. А как открыть замок? Хотя можно, в принципе, попробовать одно дело. Опять надо взять ее и взять вот это вот. Мне не получается. Я думал, можно было бы под землей пройти. Потому что там это пока невозможно сделать. А потом можно будет. Не у всех, потому что надо, чтобы внизу была какой-то проем. А тут нет проема, поэтому она не может пройти, проползти, так сказать. Чувствую, что вот здесь вся вот эта вот проблема, то, что я здесь что-то забыл сделать. И здесь. Я понял, что там должен быть проход какой-то. Мне кажется, что этот проход совсем не тут. Туда вообще пройти нельзя. А он кристалл наверху. Сейчас мы его попробуем взять. Вроде бы еще за что зацепиться, чтобы забрать. А, вот сюда можно. Тихо, тихо, тихо. Все время путаюсь. В этих джойстиках. Да куда ж ты полетела? Эй, блин. Сдуло, что ли? Ай-яй-яй-яй-яй. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. А, блин. Не получилось. Что ж ты будешь делать-то? Тихо. Так почему я все время путаюсь в стороны? Тихо-тихо-тихо! Сдует сейчас. Блин, а куда? Так, ну там этот зануда живет.
Там сидит этот зануда. По-моему, его так называть, потому что... почему зануда? Потому что его практически очень сложно вообще, я даже не знаю еще, как его можно победить, поэтому... И он мне сейчас полностью забил голову в раздумках того, как его можно победить, поэтому мне это... Поэтому он зануда, считай, у меня считается, потому что... Я еще ломаю голову над тем, как его можно победить. И не хочет, и он не хочет отставать. Я ведь не, реально не знаю, как его победить пока. Какой-то слишком уж сложный босс. Мини-босс, даже так сказать. Чем даже, это даже можно так сказать, сложнее, чем босс. Потому что он на вид-то маленький, но такой сложный. Может быть, надо сначала закрыть. Не зря же тут поставили штуку, которая может, которая закрывает проход. Это все закроем. Всякий пожарный. Да, блин. Так, будем... Сейчас... Блин, я вот точно знаю, что надо попасть в те места, где вот эти двери. Но как их открыть? Я вот реально не знаю, как открыть. 12 минут уже игра идет. Запись. И я до сих пор не понял, не вспомнил, как открыть двери. Те каменные. О, все-таки надо было просто подойти. А мы тут мучились, мучились. Я реально не мог понять, как. Я просто взял и забыл. Да блин, какие кнопки путаю. О, блин, вот место, где сейчас нужно будет со скелетами сражаться. Ой, блин. Чую, блин, это место. Здесь очень длинный коридор. Вам показать очень длинный коридор, но там ничего нет вроде как интересного, так что лучше по стене сейчас побежим, тут намного интереснее, чем там. Я знаю, нас тут скалолазы не обучают. Я понял, я это уже делал, и не раз я где-то делал. Тихо. Камера не хочет поворачиваться. Ладно. Ай, блин. Стоп. Хорошо, что я остановился. То есть теперь бежать по этому длинному коридору. А здесь что? О, то что надо. Так, Спайра больше теперь жизни, а вот ей еще надо добавить. Еще одного куска не хватает. Очень плохо то, что такая разница. У него меньше, у нее больше. А по магии наоборот. У нее меньше, у него больше. Неправильно, что-то странное вообще. А надо, я не,
не помню, кстати, надо удерживать или же... Да, надо удерживать. Так, жмем. Эй! Ай-яй-яй, не туда! Тихо-т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 ихо
О, хорошо-то как. Пуш. Ага, чекпоинт. А, они сейчас будут падать. Это я помню. Фух. Удалось. Как там сохранянка? Блин, не дали сохраниться. Я говорю, сложные. Хотя... Так. Ага. О, все что ли? А нет, еще не все. Блин, не то. Кто нажал? Гады, бесит. Да вот, опять меня убили. Эти скотины поганые. А их трое осталось. А нет, их четверо. Хотя бы надо даже больше, наверное. Твари. Там настоящие. Кажется, здесь надо использовать самую мощную. Да, вот достали-то так, а? Ты сейчас прикончишь же. Все, ладно, надоело мне это. А я что там, бесконечные что ли, или чё? Ну-ка, помоги. Неужели? Must be mistaken. Indeed, your appearance has changed
I was, but I'm not anymore. I'm not proud of the things I've done. Oh, is it that simple to turn your back on Malifaux? You don't have to listen to him, Cinder. Did you not recognize the creatures that moved in the shadows? The apes too had served the Dark Master, but more for their own greed and thirst for power than any true loyalty to him. This is how Malifaux repaid them. Doomed to remain in the dark, feeding off the power of others, never being fulfilled. You can run. But you cannot hide, Cinder. Cinder, let's go. The Dark Master will find you. Cinder, are you okay? I'm fine. I'll be fine. Well, I am not. Was I the only one who was freaked out by that guy? Jeez. Okay, at least it wasn't a complete waste of time. Ta-da! Come on, what you waiting for? Я, конечно, ничего ни слова не понял. О чем нам здесь говорили? Но надо попробовать собраться туда наверх, во-первых, сохраниться. Это самое главное сейчас, потому что нет, подожди, давайте лучше перезапишемся. То еще. Хотя в любой момент могу почистить. Ну да ладно. Я лучше перезапишу. Да. А, так я сейчас могу открыть ту дверь. Запертую-то. Ничего не может еще сказать. Так, надо поставить себе брони. Так. Что дает? Силы? Поверт это вроде бы силы, может быть заклинания более мощные будут. Поехали так. Еще ускоримся. А, уже поздно. Ускоряться. Где она? Вот она. Все, вроде бы теперь та дверь открыта. А подождите, а может та еще дверь открыта тоже? Там что же был знак? Тот же самый, что и в этой двери. Надо проверить заранее. Нет. Почему? Давайте еще здесь сохранимся на всякий пожарный. И перезапишемся. Так, теперь идем туда, за шариками теми. Без тени ничего не видно. Стоп. Это... Так, здесь полное. Здесь еще добавлю, наверное, чуть-чуть. А вот жизни сейчас надо.
Один раз наш эти скелеты, скелетонские подонки нас уже смогли ушатать, но мы им все-таки нарезали. Так, все для нас теперь это, наверное, открыто уже. Да, открыто. Так, теперь еще вот этот тоже возьмем. Блин. А где там была... Тот кристалл-то? По здоровью. Где-то, кажется, здесь. Куда он там, где он там застрял? Так. Не здесь, кажется. Да что? Я же здесь все сломал, какого фига? Может, ты заберешься уже наверх? Они все отрезались. То, что я здесь поломал в прошлой серии, они все отрезались, походу. Так, где-то здесь, вот недалеко, находится то место. Я фиг знает. Это не тут, походу. Наверное, мне даже придется оставить одну штуку здесь. Просто на землю бросить. А потом уже забираться наверх. Где-то вот здесь вот. Так, давайте я, знаете, вот здесь что оставлю. Так, вот здесь-то оставили. Теперь надо найти то место, куда надо возложить. А надо отыскать это место. Только вот где оно, я не помню. Все, понятно. Вон там оно. Да блин. Эй, йо! Щит. Все. А как туда доберешься-то? Это надо за него именно. Что-то не подумал. Ладно. Доберемся сейчас. Тяжело.
Тяжелая эта штукенция. Блин. Вот, блин, почему она такая тяжелая? Потому что это какая-то сфера. Таких проблем доставляет. Ну, ради жизни, если мы хотим победить того, ту зануду, приходится, а можно вместе. Все, это же здоровье, я думал. Так, ну хотя бы у него теперь больше колдовства. Так, надо тут подлечиться обязательно. Мне там покоцали очень хорошо. И я еще не до конца полечился. Прекрасно. Полечиться надо, я где-то надеюсь найти еще. Здесь их много. Да куда меня опять? Ты где там застрял? Ну вот почему они застревают? Ты будешь идти? Не знаю, что он. Я все равно думаю, что у нас ничего не получится с тем занудой справиться. Ну, чё? Где там застрял? Ну, где он? Ой. Не, ну серьезно. Вот почему я не люблю эти сферы. Они тяжелые, а ходить туда-сюда по одному, так сказать, это слишком долго будет. Потрачу, могу потратить вообще. Да что такое-то? Вот сюда пошли. Да куда ты идешь-то все время? Направляешь ты меня. Ладно, оставим тут. Эй. И почему-то вместе не захотели идти по одной тропе. Блин. Так, мне нужен не кристалл, мне нужен не зеленый кристалл, а красный. У меня жизни не полные. Понятно, не туда пошел вообще. Как назло. Смогу ли я тут добраться? Follow me.
Блин, он застрял. Как тогда мне попасть туда наверх? Да поверни ты камеру нормально, ты что такое-то? Она не хочет поворачивать камеру. Единственное, что мне не нравится во многих играх, это то, что здесь камера просто беспределит по-настоящему. Она ставит камеру так, что вообще ничего не понятно, куда идти, как обстоят дела туда, куда мне надо. Она показывает тебе все, что тебе вообще не нужно. Если тебе, например, надо идти вперед, то она показывает нового персонажа спереди. И как мне туда попасть? Может, как-то можно пройти? Может, здесь есть какой-то потайной ход? 37 минут уже, ребят. Тихо. Так, надо как-то добраться до туда по-настоящему. А я не знаю, как. Я же когда-то тут доходил. О, все-таки нашел лазейку. Отлично. И кристалл тут, который нужен. Так, ставим сюда. Интересно, а если подобрать и поставить другое место, получится? Это не встает. Ладно, пойдем за другим. За вторым куском. Это ж по-быстрому. Доберусь до туда. Опять камера сама по себе перестраивается. Как это на воздухе взял. Идем дальше. Все-таки быстро добрались здесь со вторыми. Так, все, эта штука у нас на... Так, надо сохраниться. И, думаю, закончить, потому что уже 39 минут. Так что надо уже заканчивать. Сейчас еще подойду к той двери. Если она не откроется, то закончим на сегодня. Так, дверь пока не хочет никак реагировать. Так что, всем пока. Всем... Да. Так, я... Хочу сказать еще, что... Мы в следующей части... Уже, наверное, я попробуем сходить к тому...
мини-боссу, хотя даже, наверное, просто босс надо назвать, потому что реально сложный. Попробуем к нему сходить, завалить его. И если у нас ничего не получится, то я не знаю, что тогда буду делать. Серьезно. Придется погуглить и узнать, как его все-таки можно победить. Ну, а на этом пока все. Это была игра Spyro, Легенда рождения дракона. С вами был Трайгар. Всем удачи и всем пока.